Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, ребятки, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть вот такую вот отличную игру под названием Steel Hills of Steel, ребяточки. Так, ну что ж, танчики. Так, железо, ребятки, или... Так, ну что ж, погнали, ребятки, это у нас такой вот танк, и Hills of Steel, ребятки, мы едем. Ох, ребятки, танк довольно-таки резвый. Ого, вот это у нас танк. Отлично, мы сразу уничтожили всю дивизию. Давай заднюю. Давай, отлично, мочи немцев. Давай, танчик, вперед. Отлично, ребятки, вы видели, мы уничтожили целую дивизию. Так, скажу сразу для тех, кто в танке. Ребятки, игра у меня взломанная. Попросил мой подписчик Ярослав Яремчук. Сказал, хочу, чтобы ты поиграл в Hills of Steel именно во взломанную версию. Так как во взломанной версии у нас есть все, что нам необходимо для этой безумной войны, ребята. Только посмотрите, какая идет у нас, какое у нас идет эпичное сражение. Давай, вперед, пух, ракеты наводи. Вот это да, вот это война у нас, ребятки. Вот это настоящая война. Так, ну что ж, поехали. Посмотрим, что нас ждет дальше. Ох, танк у нас довольно-таки резвый. А вот тигр, мочите тигра. Ой, война, ребяточки. Вы только посмотрите, какая война идет вокруг. Так, едем дальше, продолжаем ехать на нашем замечательном таночке. И танк у нас, ребятки, хочу вам сказать, у нас просто прям такой суперовый. Давай, мочи, вон сидит партизан танки. Отличненько, и вот, ребятки, легион. Вы только посмотрите, какой танк, надо его уничтожить. Давай. Вы посмотрите, он как с Катюши лупит. Все, ребятки, моему танчику, наверное, пришел кобздец, потому что он уже не едет. Сражение с легионом, ребятки. Давайте. И все-таки я победил. Отличненько, дорогие друзья. И этот уровень пройден, потому что я все-таки на отличном танке еду, ребята. И это стоит подумать, потому что у нас танк очень-таки заделанный. Все, поехали. Все, ребятки, мы немножко починились и продолжаем наш путь развития дальше. Ого, здесь уже вот дивизия, новая дивизия пришла. Всех перемочим, мочи. Ракеты в бой. Так, тихо. Юра, сиди за рулем и держись до последнего. Давай газу. Вот он нехороший. Вот, отлично. Офицера тоже мы замочили. И продолжаем дальше наступать. Вот, ребяточки, танк перевернулся, он Катюшей стреляет. Отлично. Поехали. Танкисты, вперед. Так, тихо. Надо быть более внимательным и более бдительным, потому что это, ребятушки, не шуточки. Это война реальная, ребята. Тут надо быть аккуратным. То можно пострадать. Ох, вот это бой. Давай, отличненько. Мы этот танк с легкостью, ребятки, одолели. Поехали. Брун. Вот новый танк опять, ребята. Опять новый танк. Ребятки, сумеем ли мы победить второго босса? Давайте посмотрим. Ого, с первого, смотрите, удара мы нанесли сокрушительный удар. Ребятки, стоит отметить, что у меня уже жизни-то нету. Ребятки, нету жизни, помогите. Все, у меня уже танк распадается буквально, ребятки, по частям. Я реально не знаю, что делать. Все, ребятки, меня подорвали, как я, в принципе, и предполагал. Но мы можем восстановиться за некоторую денежку. Поехали дальше. Та-та-та-та-та-та. И все, едет веселый танк. Что же я переворачиваюсь-то? Вот они все. Вот их все морды. Живые, которые хотят съесть меня. Ребята, продолжаем воевать. Танк вперед. Давай. Воу. Ракеты. Пускай ракеты, мощные ракеты. Давай. Вот так вот, отлично.
Опять он! Опять приехала армада! Ребята, вы только посмотрите! Армада против моего танка! Давай, кто кого! Вперед, бой, ребята! В бой, в бой, в бой! Я его побежду, я вам отвечаю! Мы его сделаем! Отлично! Отличненько, дорогие друзья! И мы все-таки убили его второй раз! И это, ребяточки, просто замечательно! И это просто, ребятки, круто, я вам хочу сказать! Так, дорогие друзья, ну что ж, давайте, собственно, мы с вами и проверим, что у нас есть... Так, ребяточки, ну что ж, продолжаем мы играть в нашу армаду, только мы уже играем, ребяточки, зимой. Давайте, собственно, с вами откроем зиму и посмотрим, что у нас есть. Так, ребяточки, я уже, наверное, хочу второй. У нас была Кобра-танк, у нас был танк Джокер. И, собственно, давайте с вами обгоняем еще, наверное, на Титане. Это довольно-таки прикольная штука. Только посмотрите, отлично, броня на максимуме. Пушка на максимуме. Все здесь у нас, ребяточки, на максимуме, видите? Это у нас, наверное, ход, двигатель. Да, это у нас двигатель, ребята. Какой бы он ни был, нам нужен, ребяточки, самый сильный двигатель, потому что эта игра требует действительности хорошего железа от своих... мощностей. Так, ну что ж, дорогие друзья, погнали! Ух, вот это танк, вот это мощь. Посмотрите на мою пушку. Бом-бом-бом-бом-бом. А вот едет он, бабах. Да что ж с ним такое-то? Хо-хо. Ребята, мы его с первого раза, вы видели? Вот это у нас мощь. У нас, ребятки, от выстрела. Вау. У нас, ребятки, от выстрела, а у него гранатами танк бросается. Вы такое видели, ребята, когда-то? Я еще такого никогда не видел, чтобы танк бросался гранатами. Это просто, ребяточки, какое-то безумие. Так, поехали, поехали дальше. Вот он, ага, вот он, немец, спрятался в кустах. Давай, мочи его, мочи. Отлично, давай, танк дальше. Поехал, поехал. Давай, дорогой, я знаю, что ты приехать должен обязательно. Тихо, тихо, давайте прямо ему вот так вот, вот сюда вот его загоним. Отличненько, мы его уничтожили и продолжаем дальше нашу замечательную езду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, да что ж творится-то, а? Вот так вот тебе. Второй, ага, там на джипах поприезжали. Мне говорят, что тут на джипах кто-то крутой. Где? Ха-ха-ха, одни колеса от джипов от ваших посыпались. Бой, пошел в бой, вперед, в бой. Ту-ду. Заряжай оружие, в бой. Давай, 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 еще совсем немножко, и ты уничтожишь этого танка. Отлично. Опять армада. Удар грома, ребята, немцы приехали, что же делать? Стреляй! Ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда ж ты на меня едешь-то, а? Давай его вот так вот как-то, ребятки, я не знаю, давайте как-то его вот так вот будем уничтожать потихонечку. Вот это у меня пушка, давай-давай, Юра, еще раз, отличненько, дорогие друзья, и это просто, ребятки, замечательно, вот как я их сумел раскидать, а? Вот это я молодец, по-настоящему молодец. Поехали, ребятки, дальше. Так, дальше у нас что здесь получается-то вообще? В принципе. Ага, вот они едут. Вот так вот их. Вот так вот, тихо-тихо-тихо. Ребятки, вы видели, насколько мой танк мощный? Я только стреляю, от одного удара мой танк просто переворачивает. Я только раз стреляю. Он сам подорвался на своих гранатах. Вот это смешно, да, ребят? А меня гранаты не берут, и у меня танк мощный где-то есть. Я тебя сейчас задавлю, как таракана. Будешь стоять и лаять, как пес. Так, иди сюда. Давай, 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 давай. Еще совсем немножко осталось, чтобы уничтожить вас всех здесь. А, тут Катюша, ребята. Понял, там он с помощью Катюша. Ага, на, фу, получай. Ракеты пошли. Ракеты пошли в бой. Вот так вот давай. Опа. Да что ж такое? Вот так вот, отлично. Вот так вот, разбился. Ха-ха-ха. Так тебе и надо. Так тебе и надо. Давай, мощь. Поехали дальше. Пробуем газовать на нашем замечательном танке. Так, а кто здесь пытается-то выехать? Пускай выезжает, а мы его вот так вот возьмем на прицел и убьем. Так, следующий. Отлично. Кто там еще пытается? Пожалуйста, ребятки, я жду вас.
Что ты там пукалкой своей пукаешь? На тебе, баба. Отлично, вот это танк у нас. Мощь. Самая настоящая мощь, ребята. И мы с вами сейчас второго босса должны победить. Давай, стреляй в эту Катюшу, потому что Катюша может нас реально разгромить. Ого. Новый танк опять приехал. Это Кнут, ребята. Вы только посмотрите, как же мне его победить. Ого, он гранатами бросается. А, он меня давит, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо в него вот так вот, вот так вот. Подождите, подождите, подождите. Сейчас я покажу, как его надо убивать. Давай, газуй, газуй. Давай, давай, на него, на него, на него, на него, на него. Давай, вот так вот, дави его. Вот так вот мы его сейчас переедем. Мы вот так вот его сейчас, вот так вот. Так, ребята, то, что он стреляет гранатами, это мне совсем не нравится, ребят, реально. Давайте вот так вот отъедем сюда, наверное, и будем стрелять отсюда. Попадаем мы там или нет? Нет, конечно же. Вот так вот попадаем, да? Правда, он за горизонтом, его не видно. Но если мы отсюда будем бить, ребятки, то мы в него, в принципе, будем попадать, видите? Отличненько, дорогие друзья, и этот уровень тоже пройден, и мы с вами просто, ребятки, молодцы. Так, ну что ж, дорогие друзья, а я вам хочу сказать, что этот эпизод на канале Вечное Детство подошел к концу. Мы сегодня играли в Hills of Steel, ребяточки, вот стальные машины. Так, и что я вам хочу сказать, дорогие друзья, стальные машины, это, конечно же, хорошо, но в следующий раз мы будем играть уже в Африке, вот здесь вот мы будем играть в следующий раз с вами, и это будет просто, ребятки, круто, будем играть в пустыне. У нас, напомню, ребяточки, игра взломанная, мы можем покупать все, что хотим, ребяточки, там даже на вертолетах, смотрите, будет. Или мы будем на вертолетах, атака в пустыне будет. Ну, посмотрим уже, как мы сможем, ребятки, справляться с этим другой новой серии. А с вами был, как всегда, Юра, ребятки, обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте палец вверх и напишите какой-нибудь комментарий. Мне будет очень приятно, пока-пока, ребята!